А «Большой чемодан» в середине февраля в Уфе встречает популярнейших YouTube-блогеров России. Они назвали свой проект «Большой весенний тур» и путешествуют по всей стране. Поют песни, дают автографы. Причем тут весна, скажете вы? Это еще что, ребят? Причем тут наши вопросы? Вот это да. Ксюш, садись, пожалуйста. Спасибо. Привет. Ксюш, у нас такая история. Мы путешествуем по странам, ищем местные известные песни, зарабатываем с помощью них на ужин. Ну, такой проект в YouTube. Угу. Посмотришь. В общем, скажи, пожалуйста, ты в каком городе родилась? В Москве. Москва. Какая самая известная песня в Москве, как ты считаешь, Ксюша? Сейчас, секунду. Типа, «Опали береза стояла», ну там что-то это такое. Это что, украинское? Не знаю. Это чтобы вот все знали, и бабушки, и дети, и... «Moscow Never Sleeps». Бабушки? Ну а почему нет, моя бабушка слушает эту песню. Правда? Да, зажигает неплохо. Так, сейчас скажу. Рюмка водки на столе. И ты, Ирина, говоришь про цензуру? Нет, сейчас скажу. Так, ну, валенки да валенки, ой, да не пошиты сталинки. Какие сталинки? Или что? Что? Я что сказала? Ну что вы так смотрите, я не знаю. Ну, блин, я... Слушай, стой. Подожди, сиди здесь. Сейчас скажу. Серьезно? Сейчас. Да. Ты должен ее вспомнить. Давай. А можешь напеть, вот как там, примерно? Ой, нет, я не певица, петь не умею, поэтому не позориться не хочу. Moscow never sleeps. Там ту-ту-ту-ту. Как вот это интересно, еще раз. Нет, я не буду напевать. Нет, вот этот проигрыш тут. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ру-ту-ту. Все. Все. Можешь напеть? Калинка, малинка, малинка моя, в саду ягода, калинка, калинка моя. Вот так. Валенки, валенки, ой, да не пошиты. Ставинки. Ставинки? Нет. Блин. Маленький. Ой, да не пошиты, маленький. Нет. Нет, не вспоминаю. Пидем разом в понеделок. Да, пидем разом в понеделок. Я пришел, тебе нема, підманул и підвела. Знаю, да. Ну, у меня есть песня «Верните мой 2007-й». О стереотипах всех, которые были в 2007 годах. То есть эмо, челки, готы, блейзер, скейтборды. Она, мне кажется, вообще идеально подходит. Как поется песня «Валенки, валенки»? Не пошиты сталинки, что-то как-то так. Сталинки. Сталинки. Сталинки? Я правильно спела. Валенки, да валенки, они пошиты сталинки. Да валенки, да валенки, они пошиты сталинки. Да, странно, я почему-то подумал, что там другой писал. Спасибо, вот это все. Все? Да. Да. Давай вместе. Три, четыре. Ты ж меня подманула, ты ж меня подвела, ты ж меня поводила. Ты ж меня подманула, ты ж меня подвела, ты ж меня молодого с ума разум. Классно. Ну дай пять. Тяжелая рука у тебя. Трудное время, забавный век, тогда был не моде обычный человек. Волосы длинные, на ранце значки, с таким внешним видом мы в школу шли. Вот что-то такое, там под гитару просто. Ага, гитар нет. Дорогая моя столица, золотая моя Москва. Сейчас, подожди. Подожди, ну так не услышит никто. Давай, погромче, чтобы там вот... Окей, смотри, как он странно смотрит на нас. Уже не смотрит, давай. Три, четыре. Ты ж меня подманула, ты ж меня подвела. Дорогая моя столица, золотая моя Москва. А куплет? Я не помню. У меня сейчас одни автографы в голове.
Ну, конечно, что ж. Спасибо. Необычное интервью, спасибо большое. Ну, нравится тебе игра? Да, нравится. Ты можешь себе забрать. Да нет. Не так много подарков. Медведей. Целая машина. Уже 26 больших медведей я уже везу. Я не знаю, куда их девать. А может, одного мне оставишь? С удовольствием. Где мои медведи? Медведь тебе. Для вашей телепередачи. Большой чемодан. Да, для большого чемодана. Ты можешь сказать, смотрите большой чемодан? Смотрите большой чемодан. Чемодан. Смотрите большой чемодан. И вот здесь ссылочка будет. Или вот как здесь это будет ссылочка? Да. Вот здесь внизу. Все, хорошо. Еще, все. Еще подписывайтесь на канал обязательно. Вот. Ну, это я так делаю. На твой или на наш? На ваш, конечно. А, все. Все, ты жар бросила. Все, спасибо. И вам спасибо. Ай, на медведь. Все, да?